В ноябре кыргызстанцев ждут длинные выходные. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Отмечается, что 7 и 8 ноября в Кыргызстане празднуются Дни истории и памяти предков. В ведомстве объяснили, так как 7 ноября выпадает на воскресенье, то по законодательству переносится на рабочий день 9 ноября. Таким образом, кыргызстанцы, работающие по пятидневному режиму, отдохнут 4 дня подряд – 6, 7, 8 и 9 ноября.